Физкульт-привет, с вами Мария Иванова, это открытие велосезона. Замечательное утро, правда, холодное. Пока я спускалась в точку старта, это площадь Алато, видела, как мужчины, женщины, дети ехали, спешили, чтобы не опоздать. В честь 145-летия проходит этот велозаезд. На южных воротах будет что-то вроде шоу-программы. Ну, как раз мы вам все это покажем, а я вас поздравляю с открытием велосезона. Что вы тут делаете так рано? Холодно! Если честно, 4 градуса, тут холодно. Мы первый раз, правда, решили проехаться с группой. Отлично. Хорошо вам заезд. Спасибо. Что вы сегодня здесь делаете? Приехали кататься, получать максимальный позитив от жизни. Да. И вот расскажите, какая улица перекрыта, сколько задействовано милиции, чтобы это все дело как-то прошло без конфликтов, и там скорой помощи я вижу. В данный момент перекрыта улица, проспект Чуй, от улицы Тоголокмола до улицы Абдрахмана, советская бывшая. 10 часов будет перекрыта улица, получается, по Чую. От Тоголокмола до Абдрахманова, по Абдрахманова от Чуя до Масалиева, то есть уже мы будем заезжать этот Парк Победы. Где-то милиции по городу Бишкек, здесь сейчас на данный момент где-то 100 человек, и там на финише тоже где-то 100 человек. Спортмания. Так, бежала тут, теперь еду, кайф. Вот вообще у нас тут самый молодой, маленький безумный Макс, которого 3 года, он преодолел сам дистанцию. Вы его так приучаете к спорту у своего ребенка? Да, мы стараемся соблюдать. А сами на открытии первый раз участвуете или нет? Да, да. На этом мероприятии мы первый раз приняли участие. И как впечатление, как вам трасса? Ну, насколько травмоопасно или безопасно? Нет, вполне безопасно, потому что даже с ребенком смогли преодолеть дистанцию. Вот, потому что на самом деле эта гонка была на выживание. Так, имеется в виду, бежать все время, так, я-то бежал. Почему так получилось? А он ехал на велосипеде. Вот, кстати, его велосипед стоит. Прямо сюда. Какой год проходит вообще? Откуда эта задумка? Как вы стали этим сообществом, с его президентом? Рассказывайте подробно. Задумка это была до меня, где-то 2008-го начинали велозакрытие, велооткрытие сезона. 58 лет. И вы сами возглавляете еще, чтобы вести за собой свою всю команду. Класс. Да, спасибо. Спасибо. Это самый старый, говорят, велосипедист, участвующий, да? Это какой пример на ваш заезд? Короче, 13 лет я уже катаюсь. И каждый раз участвует в открытии. Ну что ж, мы чуть поднимаем голос нашего мероприятия и к нам на сцену филармонии. У нас аплодисменты, хочу позвать эту сцену Урмаса Дубалдиев и Сарина Сагынбекова. В общем, впечатления незабываемые, это было круто. Я уже бегала, теперь проехала на велосипеде. Тяжеловато, но придают люди, которые едут рядом, какого-то драйва, вдохновения. Каждый друг друга подбадривает, все становятся какой-то одной большой семьей. И вот такие мероприятия объединяют весь наш город, что очень радует. С открытием велосезона 2023, это был репортаж Маш.